11 ДТП сотрудники ГИБДД зарегистрировали на прошлой неделе. Из них в двух авариях пострадали люди. В понедельник вечером, 29 ноября, на проспекте Мира у дома номер 6 водитель «Лады» сбил пешехода, который переходил дорогу по зебре. В результате ДТП пешеход получил незначительные телесные повреждения. Более тяжелый случай произошел на улице Димитрова напротив техникума. На пешеходном переходе водитель 48-го года рождения, управляя автомашиной «Рено Каптюр», двигался в прямом направлении и совершил наезд на пешехода 79-го года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил значительные тяжелые телесные повреждения. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сотрудники ГИБДД обращают внимание, что даже на пешеходном переходе могут произойти несчастные случаи. На дороге должны быть предельно внимательны как водители, так и пешеходы. Только при условии осторожности с обеих сторон можно избежать ДТП. Водителям то, что на пешеходном переходе они в обязательном порядке, без исключения, обязаны уступить дорогу всем пешеходам, которые переходят проезжую часть. Но пешеходам хочу также напомнить, что выходить на проезжую часть в соответствии с правилами дорожного движения, даже на пешеходном переходе, они имеют право только в том случае, если убедятся в том, что водитель их пропускает, автомашина остановилась. За прошедшую неделю выявили 134 нарушения правил дорожного движения. Три водителя задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Один из них повторно. Зарегистрировано 16 машин с тонировкой. 15 водителей управляли транспортом без ремней безопасности. А 30 человек оштрафовали за нарушение правил стоянки. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.